Александрович говорил, у вас тут местный вундеркинд завелся. Добрый день. Это что за пионер? Как фамилия? Ну что, готов? Стрельцов. Команде необходима свежая кровь. У нас на носу Олимпиада. Я рекомендую привлечь к работе нападающих Иванова и Стрельцова. Крепко ты нам навешал. Так вы не зевайте. Стрельцов – это своенравный юнис. Не знавший тяжелого труда, он повсюду сорит деньгами. Вы еще хотите отправить его на Запад? Нам не нужны безграмотные спортсмены. Тебе надо вступить в ЛКСМ. Куда? В комсомол. Вот знакомься, товарищ Деменко. Она тебе поможет в подготовке к экзамену. Эдик. Алла. А ты романтик, вот уж не думала. У вас таких Алл еще будет. Че ты ей голову морочишь? Оставь ее в покое. Ты сдурел? Он тебя сожрет. Этот подлец совсем обнаглел. Ты правда веришь, что он виноват? В газете его прямо именуют «любимчик Кремля». Что он самый свободный человек в СССР. Такого, как ты, в моей жизни уже не случится. Стрельцов! Вы с ума сошли? Будет скандал. Уголовник в форме СССР. Это не скандал? У Стрельцова время заканчивается. Он уже не мальчик. Он неправильный футболист. Я вас не подведу. Ура!